Даже небольшой ветер для Одессы – стихийное бедствие. Городская система жилищно-коммунального хозяйства не готова к такому испытанию. Ликвидация последствий тоже представляет проблему. Во дворе дома номер 45 по улице Жуковского еще неделю назад ветер повалил дерево. Люди не пострадали, но тяжелый ствол упал на трансформаторную будку. Напоминать коммунальщикам о необходимости осматривать и подрезать деревья бесполезно, даже если они находятся рядом с потенциально опасным техническим объектом. Во время дождя оно просто упало. Его никто не убирает, и все. Ну, приходили сотрудники, посмотрели. Ну, видимо, у них нет техники, нет возможности это спустить, и все. Можно ли поверить, что в департаменте городского хозяйства нет бензопилы и грузовика? Дерево средних размеров, и тут не понадобится бригада профессиональных лесорубов. Нужны ответственность и желание работать. Александр Виноградов, Альберт Наумов, телекомпания «Круг».